папа с мамой. А зачем? Не знаю, как он по деревне едет с грибами. Мама, знаешь, как он? У него голова болтается. Он дорожки. Нет, где у тебя выпал гриб? Вот, вот такой гриб, видишь, какой? Да, это подосиновый. Я вам покажу. Вкус комара похож на вкус пола, да? Да. Очень сильно. Тут одно и то же. Потому что комара это как укол. Покажи, у тебя глаз опух? Да, он длинный опух. Я же глаз два раза укусили около глаза. Ну, зато запомнит, как она в лес ездила за грибами. Я больше здесь не поеду. Больше не поедешь в лес за грибами? Вот здесь вот только не поеду. А тебе там нравится? В нашем лесу, что ли? В нашем мне никто не кусает. В нашем нет вообще комаров. А потому что в нашем лесу самолеты всех распугали комаров. Что? А самолеты здесь... летают и отпугали всех комаров наших. Да. И потом нет. Мы в нашем лесу собирали грибы. Ну, Ангелина, у тебя, конечно, красивый глаз. Ну-ка еще раз покажи мне. Может, у нее глаз, а не опух. Мам, а ее два раза укусили в одном. А там самолет тогда. Да нету самолета. Там есть. Где ты видишь? Вот. Мам. А да, это к нам летит. Вот он к нам идет на посадку. Да, да. А вы поедете? Слушай, а что, в лужу что ли поехали? Я подниму по эту. Тихонько. Около мене. Да проедем. Внедорожник. А мы, а я думаю, что мы сюда поедем. Мам, а если бы у бабушки в деревне такая же дорога была, тогда бы мы 20 часов ехали. Больше же, да? В этом году уже была хорошая дорога. А не такая? Ой, да, мы уже давно такие дороги забыли. Ой. Бабушка тоже были такие неровные дороги. А теперь мы по поселку поедем. Неровчики комары. Не нравятся комары тебе? Мама, мы уже понятно. Мам, а ты знаешь, что Ангелина сказала? Она сказала, если комары кусают, хотя бы за деньги. Ангелина сказала. Они такие по деревне. Смотрите, там курицы гуляют. Вон курица. А почему? А потому что они в деревне могут гулять. Это только у нас не могут они гулять. У нас их сразу поймают. Там сидят. Кошка. Сразу кошка. Какая кошка? Там кошка. Где? Меня тоже лицо, между прочим, укусили. Тонуло? Знаешь, а мы отдадим дяде Феде эти грибы? Нет, это мы домой заберем. А сейчас мы дяде Феде проверим. Аня, открой, какие он грибы насобирал. Аня, открой нам. А мы поиграем? Ну, дядя Федя, показывай свои белые грибы. Давай. Сейчас я тебе экзамен проведу. Сборщик, какие недели ты выйдешь. Ложи сюда. Федь, это переросшие опята. Опята, вот, да. Вот это самые крутые грибочки. Вот это. Это я знаю. Да, да. А опята? Ну, опята можно, конечно. Опята сейчас я скажу, знай, как делать. Да, вот, это хороший. Ну, я думала, ты пога... Это вот путик или кульбик. От аккумулятора. Видела, сколько опят таких? Да, да. Ну, они, знаешь, старые. Я осенью их собираю. Маленькие. Не, вот такие вот старые. Если а мы... вот этот не вари, потому что, видишь, он начал портиться. Да, да, да. И это еще он, видишь, немножко синеет. Вот если синеет, лучше вообще. Вот эти вот. Самые лучшие, это вот эти у тебя 4 грибочка. Даже 5. Ух ты. Ты места знаешь, а это опять. Да не, ничего не знаю. А это соленый. Да, да. Молодец. Мила, покажи ты грибы. У тебя, видишь, какой мы нашли? Это подосиновик. 3 подберезовика, сыроежка. А сыроежки я сама. А у нас у меня много сыроежек. Я не богатая.